Волейбольный сезон еще не закончен, однако клуб «Тюмень» уже начал проводить традиционные для этого времени года мастер-классы с подрастающим поколением. Мужская команда организовала урок в 3-й спортшколе областного центра. Женская отправилась в Горьковку. Собрал мастер-класс не только местных учеников, но и детей из ближайших населенных пунктов. Очень интересно поучаствовать в таком мастер-классе, потому что это новый опыт. Какие-то замечания тебе говорят, по факту ошибки показывают, справляешь, учишься. В этом году у нас много именно заявок на мастер-классы именно из школ и именно из сел, где нет своих спортивных школ, но есть секции волейбола, которые мы давно хотели посетить, показать что-то именно тем детям, которые не занимаются в спортивных школах, а занимаются у учителей физкультуры, в каких-то там кружках и так далее. Череда мастер-классов от волейбольного клуба «Тюмень» этой весной обязательно будет продолжена, вне зависимости от результатов команды.